Անտտեղից հեռու։ Հա։ Բայց ինչ կարող եք անել, ասեք, որ ներկայացնեմ։ Ասենք խոսալը, մարդկանց հետ հեսա ոնց են խոսում են, ոնց են ասում են, թարգմանելը, այդ իմանում եմ ռուսերենը։ Կարող եք մի քանի բառ ասենով, կներեք իհարկե։ Хорошо, хорошо. Что надо сказать, скажите. Ну, например, сказать Когда вы летрейся или что? Когда вы летишь, երբեք թռչում եք, когда это... Չէ, ոնց կշփվեք, օրինակ, ռուս? Мне рада с вами видеть, я хорошо разговариваю, сейчас... Հա, վատի, նորմալա. Իսկ անգլերենով? Անգլիսկի меня не получается, только и французский, испанский, итальянский, это я уже их знаю. Да? Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui il est froid. Это когда сегодня? Сейчас какое это погода, время? Итальянский тоже, испанский тоже. Итальянский тоже? Да, да. Можно? Да. Что-нибудь? Пожалуйста. Que tempo fa oggi? Oggi piove. Oggi fa freddo. Сегодня снег идет. Сегодня какая погода? Ինչ եք ավարտել? Ничего, ничего. Ոչ իման չեք ավարտել. Իսկ որտեղ եք ծնվել? Et в Армении. В Армении. В городе или в районе? Районе, потом здесь мы 15 годов в город Масиси живем. Ага, нормально. Че, мотик էլ եք նենց համար? Գորդ մասի շիվի։ Պրոստը պտի հասկանամ ոնց ներկայացնեմ ձեզ, ինչ ունեք առած, ինչ որ աշխատանքներ, ինչ որ մի տեղ աշխատել եք սայնց առաջ։ Это три месяца была, уже мы работали, это где тутун, тутун, этот массис табако есть. А, массис табако. Ага, трачуго там работали, треме, это сезонаин была там, сезонаин, не 12 месяцев, или? Потом открывается вот этот весна, когда идет, вот только там работала. И больше нигде? Нет. А в этой сфере? Чё? Эс сфера, я умру, сэнк, эс... Нет, нет, здесь не работала. А как, вонц эк падкерацнум, вонц карог эк, эл лаку, хэтакир, асэнк, инч... Вонц эк падкерацнум, инч эк анэлу? Как представляю, сейчас я вам скажу. Хорошо, это когда я по-русски только знаю, мы здесь не, я здесь не учитель. Это мы в Казахстане были, там были, да, там да. Учились 5 года, там. Это хорошо, я меня чувствую, только что я о языке знаю. А вот это меня. Вот это меня. Молодец. Ну, насчет английского, у нас тут шат англерина, ерпемен шат пет кгали, вот так... Знаю, английский говорят, меня не получается. Нет, да только испанский и... И французский. И французский. А может быть, у нас хима мартес, вот так... Эстер Франсен, это значит, бац, эр французом шат апет гали, у нас Франсен, вон, скохосек, уговори хет, инч касек. А, это я уже не учился, это я сама эти слова. Юра Канчур, барев дзес, инчо вокнем. Бонжур. Инчо вокнем. Бонжур. Это уже я, вот эти слова уже другие, я не учился. А, только бонжур. Да, да, другие тоже знают, день, месяц, сегодня, завтра. Тоже на французском? Да, да, итальянский, французский тоже, да. Хорошо. Иск, вон цек, амустацацек? Нет. Хани тареканек? 28. Вот эти цифры тоже, все по-русски знаю, даже вот там математику тоже знаю по-русски. Գիտեք, շատ լավ կանդիդատ եք, իսկ գրելուց ոնց եք ռուսերենով? Хорошо. Մաքուր եք գրում? Да, да. Առանց խալների, ունակ նամակագրություն կարակ վարեք? Попробуем, если получится. Իսկ հայերեն? Արմյանսկի տոժը, դա։ Կրթությունը։ Նիետ, մինյան նիետու, նիետ։ Վապշե դպրոց։ Դպրոց, դա, շկոլը դա։ Աս տարի։ Ազինացըտ։ Ինչ ոսըմ, պտի մի հատ էլ Սիբիր մոտ են անք փորձեք։ Հաշվապահություն, թվեր, աչոտ կարա կանեք? Իսկ կամպուտրա, դա, այդ է յա կամպուտրի նի սիժուն, նի չիվոն նի զդելայի, մինյա նի չիվոն ետ։ Ուղակի ռուսեր են աձեր մոտ շատ լավելի, դրա համար եմ ասում։ Դա, այդ նադա ուչիցա, իս ծիպրա նադա, սիո նադա, տրի մեսացա նի զնայու, ես նու մինյա պալու չայեցա, մոժը կում ամուս կարա